У нас очередная жертва автотравмы, собака Найда. Вчера моим волонтерам Вите и Максиму позвонили по поводу того, что на микрорайоне отравили собаку. Мы боролись, к сожалению, за нее 4 часа, но собака ушла на радугу. И тут же вечером нам позвонили и сказали, что молодая девочка шла с репетитора и увидела на обочине валяющуюся собаку. Она ее оттащила, связалась с нами, но, к сожалению, собаку мы не нашли. Она, видимо, в горячке, в болевом шоке уползла. Сегодня мне буквально в 7 утра прислали уже на WhatsApp, что там-то, там-то, в том-то районе лежит собачка. Не двигается, не встает, не реагирует ни на кого. Мы поехали и обнаружили данную собаку. Найди, Пальма, не гавкай, пожалуйста. Смысл в том, что вот так вот проходят наши дни и будни. То есть мы абсолютно не отдыхаем в связи с тем, что сейчас травят в пост всех собак в нашем городе. Мы практически не отдыхаем. Спасибо Вите и Максиму. Максим, парень, я вчера первый раз в жизни заплакал. Пальма. Потому что 4 часа мы бились за собаку. Но, к сожалению, ушел он на радугу, мальчик. Предприняли все возможное, но спасти не удалось. Видимо, очень много отравы попало в него, в организм. Но самое страшное, что у нас есть одна единственная дежурная аптека, в которой нету ни одного лекарства. То есть у нее вчера пошла сердечная недостаточность, и, к сожалению, мы уже не смогли ничего сделать. Вот. Сейчас обезболиваю, колю, насколько это возможно. Сейчас пока первое, что мы можем сделать собаке, это... Во-первых, она ночь пролежала вся сырая, сейчас будем сушить феном. Пока еще характер травм и что-то я вообще не понимаю, пока я ее особо не двигаю, потому что все это страшно, если, не дай бог, задеты какие-то внутренности, может быть и внутреннее кровотечение, все что угодно. Пока вот делаем только то, что я могу сделать. Это Викасол, антибиотик, обезболивающий Мовасин, Хондротрон и Травматин. Это вот все в совокупности, чтобы собаку обезболить хоть как-то и что-то, чего-то нам пока сделать. Так, сколько в тебе на этот килограмм, я не знаю. Сколько в тебе вес? Так, амоксициллин дорогой, но вот я предпочитаю его, хорошей фирмы. Вот, это мы будем делать подкожно. Лежит, терпит, бедная. А куда деваться? Жить хотят все. Да, Найдусенька. Теперь мне надо теперь твою вторую лапочку, ту. Так, шприцы, к сожалению, уходят, как дети в школу. И шприцы в наше время очень дорогие все. Не накупишь ни шприцов, ничего, блин. Все дорого, все очень дорого. Так, это надо будет нам сейчас как-то... Блин, витом забыла. Витамины, ладно. Так, что мне остается сделать? Дай мне, пожалуйста, это. Ой, хлорпексидин. Все, поймусь, мы тоже тебя любим. Ну почему ты такая брехушка-то сегодня, а? Ты почему такая брехушка, а? Так, это мне шприц-то мало. Мне надо что-то побольше, потому что мне колоть за расчет 4 кубика. Так, вот еще есть, да? 3. А, вот есть у меня шприц. Видите, что я? Все как раз. Теперь мы колем травматин и хондротрон. В общем, вот так вот проходят наши дни. То есть дома мы практически не бываем. Приюта приезжаешь, и начинает весь город звонить. И домой ты приезжаешь в 2 часа ночи, в 3 часа ночи,
Я сплю, как дедушка Ленин. По 3-4 часа. Если снимать все, что происходит каждый день в нашей жизни, да, мне кажется, вы действительно скажете, что это просто нереально жить в таком темпе, в каком живем мы. Но мы как можно больше хотим спасти. Но, к сожалению, не всегда у нас это получается. Не всегда ты можешь быть Господом Богом. И вот в этот момент ты реально понимаешь, что, блин, ну почему клиника «Доктор Вет» так далеко? Так далеко, что мы физически не сможем отвезти собаку, остро нуждающуюся, в клинику и оказать ей помощь. Это самое страшное при всей этой ситуации. Так, сейчас мы будем пытаться переварить тебя на другой бок. Найдусь. Ты только не агрессируй меня, ладно, зайка? Я сейчас, мам, тебя еще буду феном сушить, ладно? Нам надо понимать, насколько у тебя что тут все тяжело. Все, моя хорошая девочка, все. Давай, вот так вот пробуйте. Давай, давай, ближе, только ближе. Сейчас нам сюда уколю тебя. Не бойся, не бойся. Все, так. Это все. Пока все. Пока все. Дальше. А дальше уже надо нам думать, что у нас. Насколько у нас все серьезно. Потому что мне написали на WhatsApp, собака не встает абсолютно, но и сейчас она вот пока еще нет. Никак не может, да, что у нас задом, спередом, что. Зайца. Во-первых, она ночь пролежала. Это может быть и при охлаждении, и все что угодно. Вчера мы, к сожалению, когда откачивали собаку, нам поступил звонок, что собаку сбили там-то, там-то. Я еще раз говорю, да, но мы ее, к сожалению, не нашли. Потому что она уползла, видимо, в горячке, в болевом шоке. Мы долго бегали, искали, но найти ее не смогли. И сейчас, вот я говорю, буквально в 7 утра мне скинули на WhatsApp люди, что лежит собака, не реагирует абсолютно ни на кого, ни на чего. И по фотографии мы поняли, что это наша Найда. Мы ее волонтируем. Ну вот, к сожалению, пока вот как-то так. Да, зайчка? Поэтому, уважаемая моя большая дружная семья, обращаюсь к вам. Чтобы нам спасти очередную собаку, нам экстренно нужна финансовая помощь. Потому что вчера я отправила деньги Нике за операцию. И сегодня нам нужна помощь уже нашей Найде. Пока мы не характер причины, я ничего не знаю. Вот здесь вот у нее сейчас прощупывается прям шишка. Вот она. Вот, задето, что у нее задето, как у нее задето. Я не рентген, к сожалению, я пока сказать ничего не могу, но ходить собака не ходит. И вот так вот это очередное. Большая моя дружная семья, обращаюсь ко всем к вам. Вы видите, я вот с утра, с 7 утра вот в таком состоянии, мы вчера очень поздно приехали. Я прошу сейчас у каждого у вас помощи, помочь теперь Найде финансово оплатить ее лечение. Не знаю, поедем мы в клинику или нет, это все будет зависеть только от нас. Если мы насобираем денежки, значит, я повезу, найду в клинику. Моя большая и дружная семья, я очень обращаюсь к вам. Любая ваша копеечка поможет Найде выжить и встать на все свои лапки. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.